Приветствую. Продолжим прохождение. Расскажи. Пришло время немножко подкачаться. Хорошо. Так, теперь, пожалуй, изучим владение посохом. Бой на посохах. Я хочу научиться бой. Этот посох очень длинный. Если ты хорошенько... Так, и обучимся магическим посохом. 6 очков обучения. 2500 золота. Немало. Но это нужно. Покажи мне, как пользоваться. Возьми посох в руки. Почувствуй эту энергию. Только после этого. Шестьдесят древних знаний как раз только подкачали, и бой на посохах необходим был навык, но это пока не будем изучать. Не собираемся мы так сражаться активно в рукопашном бою. Очень много денег потрачено. И начнем постепенно продвигаться к призыву скелета. Для этого нужен ужас. 60 древних знаний как раз у нас только, и ослабление. Вот еще два заклинания нужно выучить. Покажи. Ее можно продавать. Теперь у нас есть железный посох. Очень хорошо послужило мне это копье. Еще 10 защиты от клинка. Очень неплохо. Хочется еще сказать о сундуках. Помимо обычных сундуков, потом запертых сундуков, а также оружейных списочных и магических списочных, то есть кованых и старых сундуков, есть еще два типа. Это большие сундуки, они на невозможных замках, в игре их всего 26 штук. Миллер! Там обычно от 250 до 500 золотых монет находится. И очень часто, но не всегда. Даруй. Итак, слабость. Сейчас, чтобы не
ничего не перепутать, отвлекусь. И ужас. Еще 4 очка обучения. Вот. Слабость. И ужас. Так вот, очень часто, но не всегда, находится золотой самородок, кусок руды, или же куски серы, или там руды железной, скажем. В общем, подобные самородки, драгоценные металлы. Так-то дешевый посох. Вот. И еще есть... Слишком тяжело. Прочные железные сундуки. Вот, кстати, сундук Изиэля, по-моему, относится к таким... В игре 15 прочных железных сундуков, 10 в Мирдане, 5 в Варанте и ни одного в Нордмаре. Я слышал, ты теперь чемпион Арет. Ты раз... За это я начальник снабжения Йенс, охотник, считает... Очень важная особенность этих прочных железных сундуков в том, что там... Мы случайным, помимо предметов случайных из обычных железных сундуков, мы можем получить либо большую сумму золотом, так как правило от 500 до 800 золотых монет, либо магический посох защиты, который стоит 12 500, вот у Декарда. Сейчас покажу. Если бы это было так просто. Вот такой вот посох защиты можно. Либо магический посох маны. 25 маны добавляет. Серьезно? Либо один из свитков мощного заклинания, например, армия тьмы, из ночи в день, вызов молнии, огненный дождь, метеор, ну и прочие, призыв голема и прочие мощнейшие заклинания, либо болванку из чистой магической руды, что очень-очень важно. Вот у нас есть обычные болванки магической руды. И вот раньше, помнится, многие задавались вопросом, одну болванку можно получить за освобождение шахты в Нордмаре от главы клана, кажется, огня. В общем, в каком-то клане можно получить. А чтобы выковать силу предков, двуручный меч, это очень мощный меч из чистой руды, нужно две болванки чистой магической руды. Так вот, вторую болванку никто не мог нигде найти. И нехитрым путем быстрого сохранения и загрузки можно из прочного железного сундука получить такую болванку. Я убил голодных волков. Ты позаботился. Вот твое вот... Я должен вернуть Уркрасу. В чем... Ты знаешь, где я могу их? Нет. Может, тебе лу... Где-то должны... Что это? Без понятия. Весь прибрежный... Да, точно. Забыл отдать товары. Думаю... Значит так. Давай это сюда. А что насчет вознаграждения?
Вот и все. Во втором городе мы набрали максимальную репутацию 100. Один из свинопасов принадлежит к разбойникам. Вполне возможно. Лучше, если ты скажешь об этом самому Уруку. Орки довольны мной? Ты смог это сделать. Ты можешь свободно. Иди прямо к Уруку. Идем к этому. Урюку. Стоять! Стоять! Я могу по... Можешь войти, Мора. Итак, первый глава, встретившийся нам не в бою. Значит, ты и есть тот Мора, как мои воины. Надеюсь, только... Они уважают тебя. К тебе трудно попасть. Мы предводители орков. Мы должны по этому времени... И что у тебя за задание? Я ищу способ. Они повсюду. Мне до сих пор рабы называют его Редок. Что ты уже предпринял, чтобы найти Редок? Ага! Мои патрули! Я даже взял в плен паладина. И пока безрезультатно. Ну, патрули мы уже уничтожили. Я хочу поговорить с захваченным паладином. Он в маяке. Делай с ним, что хочешь. Что с повстанцами в городе? У них есть... У этого негодяя? Что ты можешь рассказать мне про Ксарда? Когда он пришел к нам, первая атака на Фарин, но потом он забрал у Мора их магию рун. Во время нашего второго... Расскажи мне поподробнее. Фаринг — это высокая крепость гора. Наши сильнейшие воины для таких, как ты, поездка в... Я уничтожу для тебя, Редок. Хо-хо-хо-хо-хо! Я считал тебя простым налетом. Покажи мне наш... Я вознагражу... Итак, противоположные задания начались. Либо оркам помощь, либо повстанцам. Соответственно, либо поддержать восстание, начать бунт и устроить бойню здесь, выбив орков, либо уничтожать Реддок. Стой! Да. Ты можешь. Я могу сказать тебе об этом раньше. Итак, очередной списочный сундук оружейный, кованный. И лук ассасина. Как будто мне и без этого проблем не хватает. Был кинжал, сейчас лук. Это воля Гана. Значит, так тому и быть. Некоторые проблемы решаются сами собой. Ничего нового. Эй! О нет, только не надо, пожалуй. Ах, так ты не орк? Кто ты? Мое имя Венцел. Сражался. Что произошло в Монтере? Однажды утром это был конец. Где находится эта Монтера? На севере. Чтобы попасть туда, ну... Я спас твой кубок. Хорошая работа. Кубок должен быть у магов огня. Это больше я об этой... Почему тогда ты пленный, а не раб? Один из охотников за... С тех пор орки... Они требуют от меня выдать место... Что ты знаешь о Редоке? Редок. На побережье это единственное... Я скорее умру. Кроме как в Редоке, где-нибудь еще... Они повсюду.
во всех... Они скрываются в лесу. Орки никогда не... Мы успокоимся только тогда. Ты правда думаешь? Рука, что их кормит. Кулак. Так, попробуем. Давай освободи. Эй, многие хотели... И ты первый. Но нас с тобой... Нам не нужна помощь. Ну, а можно сказать... тому свинопасу, что все в порядке. Затем вернуться, сказать Венцелю, что вот... нас поддержат подполье... повстанческое в городе. И начнется неплохая заварушка. Но мы пока не готовы к такому повороту. Вообще хочется переодеться. Покажи. Пожалуй, вот, взять все же кожаное одеяние. Не очень-то дорого. Ты парень, что надо. Но может спасти нам жизнь. Ну вот, так-то получше. Вот тебе три связки. А, хорошо. Это хорошо. Вот. Я разговаривал с Венцелем. Отлично. Я думаю. Отлично. Тогда и я мобилизую остальных. Я помогу тебе. Как именно будем делать революцию? Как только ты поднимешь борьбу с орками. И помни, только если ты убьешь... Ясно. Все готово для решительных действий. Кроме нас. Мы не готовы. Что ж, наши дела здесь закончены. Отправимся, пожалуй, вот в оставшуюся часть пляжа. В одиночку, конечно, будет сложнее. Thank you.
проклятие. Вот о чем я говорил, стоит нарушить правильный порядок, правильный ритм боя, и все идет наперекосяк. Да что это такое? Как это вообще объяснить, я не понимаю.
Так, вот эта пещера под Кабдуном очень опасна. Она глубоко вниз уходит, и там можно встретить, внимание, двух драконов. Всего в игре, насколько я помню, кажется, 5 драконов существует. Двое из них под Кабдуном. Так, ну а на этом пока все. В следующий раз отправимся в центральную часть страны. Увидимся и удачи вам.